Рушник з орнаментом усіх районов зробили у Могилевской области. Полотно довжиною 2,5 и шириньою у полметра. Это традиционный помер белорусского рушника. Створили з нагоди республиканского молодежного свята День вышиванки. Праца коллективная, доследование и творчесть. Этнографы вывучали отрознення орнаментов у разных регионах. Майстры шукали композиционное вырашение, как перенести 21 орнамент на тканину. Могилевская вышиванка отправится у Минск, где прыме удел у агульно-республиканском святе. Свои полотны представить усе в области краины. Подчас великого арт-парада, який отбудется 2 липеня на проспекте Пераможца у столицы, яны злучатся у одно целое, як своеобразный генетичный код нации. Есть тут элементы и ручной работы, есть и это особенно сложное название регионов. Они вышиты все-таки машинной техники, потому что объем это очень большой. Но они все в точности повторяют именно те рушники, которые ткали наши бабушки в деревнях, которые можете видеть вышивание крестиком.